девочки, всем привет! Меня зовут Жанара. Это видео-мастер-класс по вязанию сумочки из трикотажной пряжи. Вот такую сумку мы с вами свяжем на мастер-классе. По размеру она длина 23 сантиметра, высота 22 сантиметра. Застежка у нее магнитная кнопочка. Внутри сумочка очень вместительная. Мы сделаем с вами вот такой красивый узор. Сделаем кисточку из трикотажной пряжи и свяжем вот такой красивый ремешок. В процессе работы над мастер-классом я связала две сумки. Вот такая желтая сумочка и еще одна красная сумочка. В любом цвете пряжи эта сумка смотрится очень ярко и эффектно. Желаю вам приятного вязания! Материалы для вязания сумочки. Трикотажная пряжа алтын, у меня цвет желтый. Один целый моток и еще примерно 20 метров. В каждом моточке 100 метров, толщина нити 7-9 миллиметров. Крючок номер 6 для основного вязания и крючок номер 4, чтобы прятать кончики нитей. Пришивная магнитная кнопка, диаметр кнопки 18 миллиметров. Два карабина для вязаного ремешка, либо готовая цепочка с карабинчиками. И 3 колечка 25 миллиметров. Начинаем вязание. Берем нитку с внешней стороны мотка, разматываем на себя аккуратно 2-3 метра и затем пряжу слегка растягиваем, и так делаем в процессе работы. Оставляем кончик нити 5 сантиметров. Делаем первую петельку в виде узелка. И теперь набираем 37 воздушных петель. Готово. Набрали 37 петелек. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем. В следующую петлю нужно ввести крючок, но перед этим делаем накид на крючок и накидываем так, чтобы скрутка нити смотрела вовнутрь. Теперь вводим крючок в заднюю полупетельку и провязываем полустолбик. Следующую петлю делаем соединительную петлю. Теперь опять делаем накид на крючок, скрутка смотрит вовнутрь и провязываем полустолбик. Следующую петельку вяжем соединительный столбик и продолжаем так вязать до конца ряда. С противоположной стороны узор выглядит вот так. Закончили. Связали первый ряд. Заканчивается ряд соединительной петлей. В конце делаем воздушную петельку для следующего ряда. Кончик нити поднимите наверх, спрячем его внутри петелек в следующем ряду. Переворачиваем. Нитка остается позади работы. И вот так у нас выглядит узор. Это будет его лицевая сторона. Вяжем второй ряд точно так же, как и первый. Делаем накид. Вводим крючок в первую петельку. Вот эту пропускаем воздушную, в следующую. И провязываем столбик, полустолбик.
В следующую петлю вяжем соединительную петлю, затем опять накид, полустолбик, соединительная петля, накид, полустолбик, закончили второй ряд. Переворачиваем, нитка остается позади работы. И теперь точно так же продолжаем вязать еще необходимое нам количество рядов. Итак, мы закончили, связали вот такую большую деталь. Давайте посчитаем, сколько здесь рядов. Должно быть 21 ряд. Вот у нас идет первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Всего 21 ряд. Вот такая деталька у нас получилась. Длина у меня 38 сантиметров. Ширина 23 сантиметра. Продолжаем. Теперь нам нужно эту деталь отложить. Ниточку мы не отрезаем. Вот столько пряжи осталось от целого мотка. Я это пока оставлю, потому что у меня есть кусочек другой, из которого я буду вязать сейчас боковинки. И вяжем боковые детали. Пряжу тоже нужно хорошенько растянуть. Вяжем боковинки. Оставляем кончик нити 5 сантиметров. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь первую петельку пропускаем. В следующую петлю, за заднюю полупетлю, вяжем столбик без накида. И до конца ряда еще 3. Всего 4 столбика без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку. Кончик нити давайте поднимем наверх. Переворачиваем. Нить остается позади работы. Теперь делаем прибавки. В первую петлю провязываем 2 петельки. 1, 2. Затем еще 2 петли без прибавок. 1. И в следующую 2. И в последнюю делаем прибавки 2 петельки. 1, 2. Итого 6 петель. Теперь вяжем еще 7 рядов по 6 петель. Готово. Связали 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь делаем убавки. Первую и вторую петлю провязываем вместе. Затем 2 петельки. И последние 2 петли вместе. Остается 4 петли. Теперь вяжем еще 3 ряда по 4 петли. Готово. Связали еще 3 ряда. 1, 2, 3. И теперь продолжаем. Делаем опять убавки. Убавляем первые 2 петли. И последние 2 петли. Итого у нас осталось 2 петельки. Теперь вяжем 1 ряд 2 петельки. И самый последний ряд. Опять делаем убавку и остается одна петелька. Вот так. Боковинка получается у нас по размеру длина 16 сантиметров
и ширина 7 сантиметров. И вяжем точно такую вторую боковинку. И вот у меня две готовые боковинки. Пришиваем боковинки. Возвращаемся к нашей основной детали. Вот здесь я сделала одну воздушную петельку. Теперь вводим крючок в следующую петлю. Прикладываем боковинку. Вводим крючок за последнюю петельку в первом ряду. И делаем соединительный столбик. Продолжаем. Вводим крючок здесь в следующую петельку. И здесь тоже петельку второго ряда. И делаем соединительный столбик. И так продолжаем вязать полностью. Всю боковинку пришиваем к сумке. Петли не делайте слишком тугие, чтобы не было стянуто. И петли все делайте по размеру одинаковые, чтобы край был аккуратным и красивым. И вот так продолжаем пришивать. Здесь у нас ровно 36 петелек. И здесь у нас тоже ровно 36 петелек по краю. Закончили. Вот так пришили полностью по кругу. Теперь здесь переходим вот по этой стороне. Вначале делаем воздушную петельку, затем вводим крючок вот в такую длинную петлю, вяжем соединительный столбик, затем воздушную петлю и продолжаем. Смотрим по рисунку и вводим крючок всегда вот в эти длинные петельки. Между ними делаем воздушные петли. Заканчиваем. Здесь получается у меня подряд 2 соединительные петли без воздушной. В конце делаем воздушную петельку. Итого здесь получается 21 петля плюс 1 воздушная петля. Теперь с этой стороны, точно так же, как с противоположной, пришиваем вторую боковинку. Закончили, пришили вторую боковинку. И теперь в конце делаем воздушную петельку и прошиваем, провязываем с этой стороны один соединительный столбик, одну воздушную петлю и так продолжаем вот до этой точки. Закончили, провязали эту сторону, теперь провязываем еще 6 рядов соединительными столбиками по спирали без поднятия ряда. Переходим теперь вот здесь над боковинкой. Вводим крючок в петельку перед боковинкой. Делаем соединительный столбик. Затем в одну петельку на боковинке. Еще одна петелька после боковинки. Получается здесь 3 петельки. И теперь далее уже продолжаем вязать по спирали. Вот это место отметьте маркером, что это у вас начало ряда. Помечаем эту петельку так маркером и продолжаем вязать. Вводим крючок только за одну полупетельку и вяжем не туго. И продолжаем вот так по кругу, по окружности полностью провязываем 5 рядов. Закончили. Связали 5 рядов. Давайте вместе посчитаем. Это у нас был первый ряд, который мы еще вязали при присоединении боковин. И после него еще должно быть 5. 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Останавливаемся вот на этой боковинке перед маркером. Ниточку отрезаем.
Закрываем последнюю петельку. Пришиваем кнопочку, берем магнитную кнопку, открываем ее, прикладываем с двух сторон, сначала одну сторону пришиваем ровно посерединке, ниточку нам надо закрепить, берите нитку такого же цвета, как пряжа. И пришиваем каждое отверстие, делаем 3-4 стежка в одно и то же место. Итак, пришили кнопочку с двух сторон. И теперь сделаем кисточку и ручку. Для кисточки пряжу нужно хорошенько растянуть. И отрезаем 15 отрезков по 30 сантиметров и один отрезок 60 сантиметров. У меня осталось еще чуть-чуть пряжи, как раз мне этого хватит для вязаной ручки. Пряжу тоже нужно хорошенько растянуть перед вязанием. Оставляем кончик нити сантиметров 20, делаем узелок и набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Первую петлю пропускаем в следующую петельку. Вяжем столбиками без накида до конца ряда, всего 3 петли. 1, 2, 3. Теперь вяжем 3 воздушные петельки. Переворачиваем. Накид, вводим крючок в первую петельку и вяжем полустолбик с накидом. Затем еще 3 воздушные петли, переворачиваем, накид, и теперь вводим крючок вот в эти 2 полупетельки сбоку.
и вяжем полустолбик с накидом. 3 воздушные петли, переворачиваем накид, вводим крючок в 2 боковые петли и вяжем полустолбик с накидом. И так продолжаем вязать на необходимую нам длину. Вот у нас уже получается ручка. Закончили, связали ручку. Чтобы ручка у меня была длиной примерно 60 сантиметров, я вяжу вот таких 25 полосочек с обоих сторон. В конце связали последнюю цепочку из 3 петелек, и здесь мы уже не делаем полустолбик, а делаем просто обычный столбик без накида. Воздушную петельку переворачиваем, и теперь вот в эту арку из 3 петель мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В конце делаем еще одну воздушную петельку, ниточку отрезаем вытягиваем петельку, здесь ее потуже затягиваем. Берем тонкий крючок и берем карабин. Приставляем карабин за ручкой и пришиваем ручку к карабину. В конце делаем 2 стежка, чтобы карабин крепко держался на ручке. И теперь кончик нити аккуратно прячем внутри петелек. И точно так же пришиваем второй карабин с другого конца ручки. Закончили, пришили ручку. И вот у меня получилась ручка длиной примерно 60 сантиметров. И она еще в процессе немножко растянется. Теперь берем колечки. Прикрепляем их по бокам сумки. И прикрепляем ручку на кольца. И вот наша сумочка готова. Вот такая сумочка у нас получилась по мастер-классу. Давайте измерим. По размеру она получается длина примерно 23 сантиметра, высота 22 сантиметра, застежка у нас магнитная кнопка. Вот так сумка выглядит внутри. Внутри она очень вместительная, хоть с виду и маленькая. Мы сделали с вами украшение кисточка.
и связали вот такой красивый ремешок для сумочки. Желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz и мой хэштег нитка_mk. Всего хорошего, до свидания.